Инструкторы в силах своих воспитанников не сомневались, а вот родители были поражены результатом соревнований. Пловцы до года отличились тем, что с легкостью задерживали дыхание, ныряли в разных положениях и плыли под водой без помощи инструктора. А трехлетние участники соревнований кролем и брасом проплыли мини-марафон. По три раза преодолели дистанцию в 7 метров. Ребята же 5-6 лет, которые еще пару месяцев назад боялись воды, заслужили свои медали за заплывы на высшем уровне. Соревнования по плаванию в спортивно-оздоровительном центре «Растем вместе» решили проводить регулярно, как своеобразный отчет проведенных занятий. Результат налицо. Дети отлично плавают, но все же главным достижением сами родители считают тот факт, что их дети стали закаленными, здоровыми и физически развитыми. Как известно, во время плавания проветриваются легкие, благодаря чему устраняются благоприятные условия для активации бактерий. Кроме того, вынырнув и отфыркавшись от воды, ребенок очищает носоглотку, что позволяет эффективно бороться с насморком. Ко всему прочему, груднички, которые занимаются плаванием реже, страдают коликами. Здоровый сон и хороший аппетит им обеспечен. И самое главное, детское плавание с раннего возраста способствует появлению положительных эмоций. Всем участникам соревнований вручили грамоты, подарки и медали за высокие достижения в столь юном возрасте. Татьяна Говоркова, Инга Габешия, телекомпания ФКТ.